Алтыслагер, 20 июня 2018 года. Территория расположения артбригады и других воинских подразделений. Вот так в сторону автопарка. Видите, пустырь. Даже деревья все повыдергивали. Что-то будут устанавливать. Так на полигон, вон там просека и дорога идет на полигон. Мы находимся сзади спортзала, так можно сказать. Вот лестница, чудесница, многие вспоминают, участники группы, эту лесенку. Мы же пойдем с вами к другой лестнице и поднимемся в помещение оркестра и музыкантов. У нас не было ранее возможности сделать видео внутренних помещений. Сейчас мы попробуем это сделать. Вот еще одна лесенка. Чудесенка. И открытая дверь в музыкальную студию или помещением оркестра. Нормально положение двери закрыто. Вот почему-то сегодня открыто, и мы попробуем это, этим воспользоваться. Солнышко ярко стало, было вообще пасмурно. Вот плюшем покрывается, уже начинает солнышко уходить. Стена спортзала. Велосипед знакомый. Сюда будем заходить. Посмотрим с этой стороны, что делается у нас, и потом пойдем в студию. Стадион действующий, вот он, это все засохло, очень жарко, дождей нет, сохнет все. У нас есть видео и фото всех помещений спортзала, вот не было только музыкальной студии, называю студией, на самом деле, даже не знаю, как назвать, музыкалка что ли. Это мы делали как-то, когда собрался сделать видео, разбогател на фонари, попасть было невозможно. Заходим. Мы зашли, свет включили, стены здесь как бы в прихожей были оклеены обоями. Обои опали, остались газеты. Известие, 77-й год. Да. Смесь металла и пластмассы. Ну, мало что сохранилось. Налево. Пойдем вот в дверь, которая ведет налево. Довольно большое помещение. Вот оно. Вон там пролом, это можно пройти в спортзал, мы этим воспользуемся и зайдем. Вернемся сюда. Никому спортзал не нужен. Продается, никто его не покупает. Да, выходим отсюда. Мы здесь зашли. Вот уже солнца нет. Зато здесь вот советский спорт. Какой год? 26 суббота сентября 87 года. Это мы смотрели с вами, заходим в это помещение. Вот оно. Вот хлам, шины, велосипед, автомобильные.
следующее помещение. Это сверху уже или умывальник, или туалеты. На втором этаже спортзал. Вот небольшая комнатушка. Вспоминают участники группы эту комнатушку. Ну вот, в общем-то, и все. 220 вольт. Где-то я тут наклеечку видел, или останки наклеечки. Ну вот, было видимо наклейка. Здесь мы с вами зашли. Вот, можно посмотреть, что здесь делается еще раз. И заходим через этот проем. Зайдем в помещение самого спортзала. Быть может, будет интересно кому-либо. Вот мы в проем. Пролом заходим. Вот он пролом. Вот мы уже здесь. Вот если бы мы с вами зашли в спортзал, сзади вот под здесь прямо, за дверями, уже футбольное поле. Ну-ка. Увидим ли что-либо? Нет. Но оно там есть. Вот, зайдя сюда, сразу мы видим спорт, цель, спорт. Это уже я ничего не могу прочитать. Удел, что ли, сильных, еще каких-то. Ну, кто бы сомневался. Вот здесь комнатушка небольшая. Что тут было, неизвестно. А здесь на второй этаж. И в подвал можно спуститься. Посмотрим. Общий зал, вот он. Фонарь тут не нужен. Довольно приличный зрительный зал. Учитывая, что построили его в 30-е годы прошлого столетия. Пол деревянный еще. В некоторых местах целый. Если бы относились к нему по-людски, он бы целый был, конечно. Вот так, если зайти в правую сторону, там выход и вход, можно попасть в баню. Там баня есть. Баню назвать сложно, сауна скорее. Не для личного состава, конечно, не для рядового состава. Хотя, как знать. Быстрее, выше, сильнее, вон там в углу. Вот здесь мы с вами вышли, включаем свет, поднимаемся на второй этаж. Вот мы поднялись. Это тут загородки какие-то странные. Довольно приличное помещение. По размерам приличное. Вот это же зал, только со второго этажа. Нормального хода здесь нет, конечно, все закрыто для посещений. Мы с вами зашли, видели как. Нечаянно мы попали, поскольку вот спортзал. Извините, вид из спортзала на стадион. Да, и вот видно две казармы. Если вот так высунем камеру, что мы там увидим?
вижу сам ничего. Дембель зато написан. 52. О, ребята, как. Кто-то, видно, написал. Потом было заклеено. Хотя, нет, 52. Еще и ноль, правда, был. И вот тут туалетная комната или умывальник. Да, вот туалет. Умывальник. Вот посмотрели мы с вами. Ах, вот тут внизу. Да, вот тут внизу. Как раз и есть. Вон там внизу. Студия музыкальная или музыкалка. Там, где велосипед. Ух, свет-то надо включить. Да. И потихонечку выходим. Наша цель была сегодня посетить не спортзал, а именно музыкальную комнату. Поскольку тут открыто было, мимо проезжал и заметил. А в спортзале мы ранее были. Все помещения у нас есть. На фото и на видео. Не помню, баня есть, нет ли. Давайте зайдем в подвал. Не было никогда у нас там видео. Закрыто там все. Нет, кое-что открыто. Ранее тут было все заколочено. Нет, все-таки вот двери заложены. Воронеж. Воронеж. Да, ничего тут не изменилось после последнего моего посещения. Даже хлама не добавилось никакого. 26.04. Видим 89-й год. Надеюсь, видно. Выключали. Все, выходим. Интересные декоративные рисунки. Украшение вот как. Смелых, сильных. А здесь мы прошли с вами. Уж не знаю, ранее здесь был. Проход не было. Заложен тут. Наверное, был силикатный кирпич, использованный для... Это вроде бы кому-то не понравилось. Заложили. Опять же, вот пролом. Вышли. Швабра. Вот она. Все, мы уже через музыкальную комнату вышли из спортзала. На свет Божий, солнышко, здорово. Июня 2018 года, Альтуслагерь, артбригада. Артбригада, расположение артбригады и других воинских подразделений. Я говорил, стадион действующий, там далее, я хотел сказать, было забыл, вон там машины, там где маленькое футбольное поле, делаются площадки для гольфа, извините, для тенниса, теннис. Там два или три поля делают. Скоро увидим действий.
Всем до свидания. До новых встреч. Посмотрим на спортзал поближе. Подойдем к колоннам. Вот я попрощался. Помните, вот как-то фото у нас было? Это мачты освещения были. Срезали. Вот элемент остался. Здесь лежит уже, наверное, ну, более чем полгода. Вот двери мы выглядывали в эту щель. Ну, хотели посмотреть вот еще от кусок. Вот здесь мачты стояли. Вот срезано видно. Ну, там далее столовая офицерского состава. Там люди работают, мы не будем подходить туда, смущать. Посмотрели. До свидания.